Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – життя караїмів на Миколаївщині. І ми запросили сьогодні в студію гостей. Тож, знайомтесь, друзі. Голова Караїмського історико-культурологічного товариства «Мурат» Наталія Сапак. Член товариства «Мурат» Андрій Олійников. І член Караїмського історико-культурологічного товариства «Мурат» Тетяна Найда. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам приехали в студию. Вообще очень здорово, знаете что? Что жизнь, она такая многообразная, и Бог создал столько много разных людей, и от этого жизнь, какая бы ни была погода и какая она ни была бы сложная, она прекрасная и удивительная. Потому что, друзья мои, вот сидят караимы города Николаева. Представляете? Наталья Викторовна, будьте добры. Сейчас принято говорить «малый народ», «большой народ». Мне это как-то не совсем по душе, потому что каждый народ – это целая вселенная. Каждый человек – это целая вселенная. А народ – это вообще галактика, правда? Да, совершенно верно. И вот будьте добры, Наталья Викторовна, несмотря ни на что, ваше общество, которое называется «Мурат», оно хранит обычаи, хранит дух вашего народа, караимов. Вообще, вот, караимы – это кто? Я понимаю, что люди, а какие? Кто? Да, ну, это представители тюркских народов, которые здесь живут с незапамятных времен. Последние века местом их обитания был, конечно, Крым, Бахчисарай, Евпатория, где они компактные до сих пор проживают. Но, в принципе, и на юге Украины, Николаевская, Одесская, Херсонская область, фактически караимов можно считать аборигенами. Потому что, когда эти территории были присоединены к России, караимы расселились и по Украине, и в Россию уехали, в Москву, в Петербург. И где бы мы ни жили, всегда и наши прабабушки, и бабушки, и родители соблюдали, сохраняли какие-то традиции. Ну а общество наше называется «Мурат», потому что в переводе с тюркского это означает «возрождение». «Мурат» – «возрождение». «Возрождение». Mm-hmm. Это возрождение традиций, ну, в основном бытовых, конечно, уже в быту традиций. Вот. Это изучение своей истории, а нам в Николаеве есть чем гордиться. У нас действительно работали и жили замечательные личности. Мы проводим... Общество-то ведь небольшое, и в основном это люди старшего поколения. Но, тем не менее, мы проводим определенную работу. Вот, например, ежегодно участвуем в фестивале «Дружба». Который недавно, кстати, да, проходил. Да, да, и мы опять же принимали. Угу. Да, ну, к сожалению, нет у нас самодеятельности. Мы не можем так представить, как, например, более многочисленные общества. Но, тем не менее, караимская кухня – это обязательно у нас ритуал. Демонстрация, например, национальной одежды – это тоже. Допустим, каких-то вот таких подделок, изделий народного творчества мы тоже выставляем обязательно. Кроме того, вот и я, и Андрей, последние годы мы выходим в школы. И в Николаевском муниципальном колледже вы были. Коллегиуме, да. Я была в 22-й школе. И вот что интересно, вы знаете, и учащиеся, вот ребята, наша молодежь, они с большим интересом изучают. Мне просто было так приятно в 22-й школе, когда ребята уже подготовились, они знали, что будут представители караимского общества, и настолько у нас была приятная беседа, они показали свои знания, что для меня было удивительно. Я им очень многое рассказала. Но я должна сказать, что мы не занимаемся сбором материалов, конечно. Вот я работаю в архиве, и несколько лет тому назад результатом вот первым таким этих сборов, то, что лежит на поверхности, то, что знают наши вот члены общества, мы это все изложили вот в такой небольшой брошюре, потому что наши известные караимские фамилии, кефили, бабаджаны, сапаки, сиказаны, султанские, это тот костяк караимского общества нынешнего, а предки наши –
этих же фамилий внесли достойный вклад и вот в историю города Николаева. Они не только жили, да, они и трудились на благо. Это учителя, это врачи, это инженеры, это торговые работники, как тогда вот принято называть были купцы. Вот, причем это были купцы первой гильдии, это были почетные граждане Николаева. То есть это, в общем-то, такая очень интересная история. И, конечно, мы с удовольствием изучаем ее и популяризируем, потому что я считаю, что для истории нашего края это очень надо. Это драгоценный алмаз вкопил в сокровищницу нашего края. И у нас, друзья мои, есть Андрей Игнатьевич Олейников. Он наследник, правнук или внук? Да, правнук. Будьте добры, очень славного человека, который много потрудился на ниве прославления нашего края. Андрей Игнатьевич, будьте добры. Этот человек, ну, это старший брат моей прабабушки, если так. Если удобно, да. Вот можно показать, если это... Можете? Вот. Да. Вот сейчас, а вы пока рассказывайте. Вот это, в общем-то, да. Выдающаяся личность. Да, вот посмотрите, кефили... Яков Иосипович. Видите, какое красивое лицо. Вы, кстати, на него похожи. Наверное. Да. Генерал. Да. Ну, он участник активной русско-японской войны. Единственное, что он прошел всю войну от начала до конца и служил в прокуратуре еще до начала войны. Ходил на эсминце «Стерегущий», который затонул вместе с броненосцем «Петропавловск». Его спасло только то... есть Верещагиным, с Макаровым, вот это... Ну, его спасло только то, что он не остался на военном совете в крепости и не вышел в тот день в море, ну, вместе с экипажем корабля. Ну, и закончил он свою жизнь в Париже в 96 лет, у него там есть куча воспоминаний. Я сейчас, ну, думаю, есть в мечтах у меня издать там его как-то воспоминания, переиздать. Он родился в Николаеве. Его родители были, ну, это мои прапра, купили его матери дом в приданое, когда она выходила замуж. Поскольку мать Якова была старшая дочка в семье, то есть старшую дочку отпускать было не принято, им купили рядышком дом на улице Столярной, возле парка Петровского, где я сейчас живу. Так вы живете в этом доме? Да. Ух ты, родовое поместье. Да, и я уже как-то, ну, в седьмом поколении получается. Ну, я не знаю, есть ли кто-то старше в этом городе, ну, более коренной житель, чем я. Ну, так просто получилось, да? Ну, и вот все войны, все революции, все события семья как-то пережила в одном месте. Наверное, потому что еще что, дружная такая семья, да? Ну да, дружная семья, но остался я один как-то. Да, ну, ну ничего, все. Не тужите, Андрей Игнатьевич. У Краима вообще принято было жить большими семьями. И практически бедных не было, потому что если сиротой кто-то оставался, его брали в семью. Вот это очень такая традиция, ну, да, хорошая. Это тот народ, который практически воевал, участвовал во всех войнах, там, начиная там с хазарцев, половцев. Ну, кочевали, наконец осели, да? Племя было огромное и заселяло наш континент от Дальнего Востока до Крыма. И составляло даже часть войска Чингисхана, монголы, татары и караи составляли часть. И поэтому было огромное племя, то есть Китай, Дальний Восток и до южных юго-западной части Евразии. Потом рассеялись по свету и начали... Да, смешались, ассимилировались, да, но в принципе культура осталась и... А вот главная особенность культуры, я, телезрители, жалко, что вы
не можете услышать запах, который издают эти потрясающие совершенно пирожки, понимаете? Ну, я, если честно, с трудом веду эфир, потому что, ну, одуряющий, умопомрачительный запах исходит от этих пирожков. И самое главное, телезрители, знаете что? Я чувствую не только запах, а чувствую любовь добрых рук, которые делали эти пирожки, да? Будьте добры, Татьяна Викторовна. Ну, наш народ... Ну, не просто ж там налепить пирожки, налепишь пирожков и все. А здесь же... Боже мой, это вообще ужас. Наш народ богат в плане каком? Кухня у нас очень хорошая. Но дело все в том, что последнее время, ну, какие-то блюда мы готовим, а какие-то уже забыты. А вот пирожки, нет праздника, ни одного дня рождения без пирожков. Которые лепятся своими руками? Конечно, конечно. Это слоеное тесто. Тоже сами сделали? Не, да, в магазине купленное? Нет, нет. Все делаю сама. Значит, если рецепт, то так. 3 стакана муки, это на пирожки с мясом. 3 стакана муки, 250 грамм маргарина на терку. 1 стакан жидкости. В него входит яйцо, соль и вода. Размешал. Рубишь и взбрызгиваешь. Потом замесил и на 1-1.5 часа отложить, отдыхать тесто. И фарш. Это мясо, картофель и лук, нарезанный кубиками. Все это посолить, поперчить. Ничего сложного, правда? Да, конечно. В принципе, ничего сложного, телезрители. Но, понимаете, если... есть желание и любовь, вот как у Татьяны Викторовны, то я думаю, что, конечно, тогда ничего сложного, Татьяна Викторовна. Наталья Викторовна, будьте добры, вот смотрите, столько все-таки традиций, народ, который сохраняет традиции от такого древнего истока до сегодняшнего дня. Это заслуживает уважения, правда? Конечно. И вот замечательные телезрители, вот Татьяна Викторовна положили вот костюмчик, я вот хочу примерить шляпочку, смотрите. Посмотрите, как шляпочка феска называется. Да, это феска. Ну, посмотрите, какая красота. Это же все тоже ручная работа. Еще подела бы курточку, но красиво, курточка, правда? Курточка называется хирка. Хирка? Да. Это верхняя часть женской одежды. А вот то, что вы одели, конечно, косички – это уже приделанные, а вообще-то такая феска одевалась девушкой вот под такие косички, которые плелись. Потому что женщины тоже носили такой головной убор, но они уже убирали волосы, и только немножко локоны свисали. Угу. А вот девушки плели косички вот такие, и поверх одевалась вот эта феска. Вот, ну, конечно, довольно долго вот в Крыму, да, и в пределах города носили такие головные уборы. Я вот взяла с собой фотографию нашей Татьяны Викторовны бабушки. Вот этой фотографии где-то более 100 лет. Давайте сейчас вот так, ага. Вот, и вот, вот тут как раз видна феска. А, да, точно, да. И такое платье, оно уже несколько европеизировано, но тем не менее еще сохраняет силуэт и национального. Потом очень важно было вот в таком облачении женском и украшения, причем это и нагрудные украшения, и пояс очень важную роль играл. В данном случае здесь очень много серебряных украшений, потому что серебро и золото были обязательным элементом вот такого убранства национального костюма. И вот в этой связи я же хочу, и вот и здесь вышивка идет бисером и стеклярусом тоже под золото. Вот. Хочу отметить, что это действительно авторская работа, и эта работа студентов Николаевского филиала Киевского университета культуры и искусств. Это вот как раз наши прикладники, дизайнеры, одежды. Вот они занимаются разработкой вот таких
костюмов национальных, сохраняя традиции, изучая, понятно, национальный костюм. Поэтому вот действительно мы всегда на наших праздниках, вот я имею в виду фестивалях, девчата одевают, и, конечно, зрелище потрясающее, очень приятно. Правда, я хочу сказать, что главным цветом в национальном костюме все-таки был красный. Красный, здесь да, зеленый. Доминанта, да, доминанта была. Ну, вот здесь вот в гармонии, допустим, с золотом решили вот такой вот сделать цвет. Но в любом случае и этот цвет имел место. Конечно, очень красиво. Потому что насыщенные да. такие красивые тона и в девичьих платьях, и в женских. Более строже, конечно, носили мужчины. У них традиционные были. Кстати, сейчас старейшины на праздники и на поминальные дни обязательно одевают голову. Головной убор, каракулевую шапку, вот, мужчины обязательно. Ну, а так, собственно, европейская традиция пришла, и она победила, всех, победила да? всех, да. С одной стороны, хорошо, потому, а с другой стороны, очень жалко, потому что нивелируются тогда вот эти потрясающие грани и особенности да. каждого народа. Это здесь больше сохраняется в национальном костюме, в котором выступают, значит, танцоры или исполняют песни. Вот больше как сценический костюм уже идет. Но, тем не менее, все-таки мы сохраняем эту традицию. И не только костюма. Вот здесь представлены книги. В частности, вот Татьяна Викторовна говорила «Караимская кухня». И ведь наши... Караимы собрали, я имею в виду, крымчане прежде всего, собрали очень много вот из семей рецептов караимской кухни. И вот такая блестящая книжка, я знаю, она вызывает интерес не только у членов нашего общества, но вообще, когда вот мы ее показываем, то любители кухни, кулинары, они всегда живо интересуются, потому что действительно здесь представлены блюда разные. И вот она таким является хорошим нам подспорьем вот, в приготовлении. Пищи, потому что ни одно наше собрание вот, национального общества не обходится без вот, изделий национальной кухни. Это обязательно. То ли Татьяна Викторовна берет на себя эту миссию, готовит. Если много, то мы подключаемся, и у нас кухня превращается, знаете, вот вы говорите, аромат. Там да. такой аромат стоит, что... Если невозможно утерпеть. Тут немного пирожков да. и аромат, то могу себе представить. Да, потом вот есть литература, связанная с свадьбами. Ну, конечно, сейчас, понятно, свадьбы тоже, в общем-то, приобрели такой и у нас национальный, европейский, я имею в виду, характер. Женихи в черном, невесты да. в белом, но, да? Но, тем не менее, да, вот о традициях свадебного обряда тоже есть литература. Есть вот очень интересная книга «Все для гостя дорогого», потому что караимы всегда были очень гостеприимны, всегда независимо от, так сказать, национальности, от вероисповедания, они приглашали людей и очень любили угощать. Поэтому вот эта традиция, она осталась и тоже нашла выражение в литературе. Точно так же, например, как народный фольклор. Вот этот. И я вот хочу, вот раскрыта книга, здесь как раз и наша фотография нашего общества, нижний снимок. Это караимская энциклопедия. Вышла на сегодняшний день 6 томов. Вот это 6-й да, том. Шестой. Да, нет, и том, вот наш, а 5-й том, ну 6 томов. И вот как раз история караимских вот династий, фамилий вот сохраняется, помещается здесь. Ведь это очень важно для потомков сохранить вот то, что есть такой народ. Уже, к сожалению, малочисленный, и мы даже сами себя называем народностью, но тем не менее со своей богатейшей, интересной историей и культурой. Наталья Викторовна, вот вы говорите, народ малочисленный, сейчас рассеялись по свету. Андрей Игнатьевич упомянул, что раньше это было такое могущественное племя, рассеялось по свету, сейчас снова рассеялись по свету. Но тем не менее, ведь у вас же есть связи с другими караимами разных уголков земли. Правда? Конечно, да. То есть вы живете здесь, кто-то живет в другой стране, кто-то еще в другом городе, но это ж не расстояние для любящих сердец, в принципе, не имеет никакого значения. Как вы поддерживаете вот эту единую связь народа?
Я могу сказать, что в Украине, ну, во-первых, в Крыму в основном, потому что последние столетия основное место Караимы проживания. Караимы там осели, да? Да, да, да. И, в общем-то, в Симферополе много, в Евпатории. Но, кроме того, в других городах, потому что вот сейчас Мелитополь, в Украине это наиболее многочисленная община. Мелитопольская, да. Или и там есть центр. Вот, да, мы периодически туда приезжаем. Контакты у нас есть. Днепропетровск, Харьков, Киев, Одесса, Бердянск. То есть это восток в основном и юг Украины, ну, понятно, Киев. А если говорить за пределами Украины, то это Москва, Петербург, конечно, есть Франция, есть Польша, такое компактное проживание. Прибалтика, Тракай, да, 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 там тоже большое, да, ну, если говорить относительно нас, большая община. Община, да. И такое компактное проживание в Литве, в Тракае. Вот, тоже сохраняют культуру, традиции, фестивали там ежегодно организовываются, и от нас, с нашего общества ездят туда вот на ежегодные такие фестивали. Обязательно связь поддерживаем. А, Наталья Викторовна, будьте добры, как живет сегодня общество караимов в Николаеве, Мурат? Вот вообще, как живут караимы сегодня? Все говорят, живем как все. Нет, все по-разному. Все вот, по-разному. Да. Но вы знаете, вот в сравнении с другими обществами, все-таки вот у нас, например, поскольку мы очень здесь давно ассимилировали со славянским населением, и, допустим, из поколения в поколение здесь уже живут, то нет проблемы, например, я не знаю, ну, прописки, к примеру, вот как, например, есть у переселенцев в первом поколении, вот как есть у многих членов армянской диаспоры, например, грузинской и так далее. То есть те люди, которые сравнительно недавно, в течение вот последних десятилетий переехали. У нас практически этих проблем нет, потому что люди живут долго, люди со своими уже здесь местными традициями, и, конечно, вот такой проблемы нет. Поэтому живем как все. Но все по-разному. Все по-разному, да. Вот, поэтому в основном это представители интеллигенции, я говорила, что в основном это горожане, это городские жители. И люди, которые, в основном, врачи, учителя, вот это категория населения города в основном. Такой культурный срез, свой, да? Да, строители, ну вот, в основном так. Военные, в недавнем прошлом, да. Красивые, здоровенные, да, Андрей Игнатьевич? Да. Это очень здорово, что вы поддерживаете и вы сохраняете культуру своего народа, Наталья Викторовна. А скажите, если бывают какие-то трудности, другие общества, ну мало ли что, вы, вот вы одно, здесь общество в Николаеве, в Одессе, в Бердянске, но в принципе вы чувствуете поддержку своего народа? Вы знаете, в общем-то да, потому что караимы, они очень отзывчивы. И в этом плане, ну, может быть, нам не приходилось там по каким-то принципиальным таким очень важным вопросам, но на уровне чисто вот таких житейских проблем приезда, приема и так далее, когда мы собираемся на караимские конференции, вот последние у нас в основном в Мелитополе, без проблем. Даже мы когда приезжаем, какая там гостиница, разбирают по семьям. Вот такая традиция. Да, это здорово. Поэтому вот у нас вот только вот такие, наверное, да, проблемы. Да, да, да. Особенно, когда это потрясающая совершенно особенность, ну, наверное, она присуща многим восточным народам, когда разбирают по семьям, но не гостиница, а именно жить в семье и чувствовать семейную поддержку. Пусть даже не твоя семья, но ты, тебя принимают с любовью. Друзья мои, наше время подходит к концу, но мне бы хотелось, чтобы еще прозвучало из ваших уст мудрость караимская, ведь это мудрый народ. Да, но мудрости много. Давайте сейчас подумаем. Значит, вот я хочу, кстати, привести цитату, как названа книга, вот там одна из книг лежащая. «Все для гостя дорогого». Вот всегда народ был хлебосольным, отзывчивым, миролюбивым и всегда жил с другими народами в мире и в согласии. И вот это сейчас, мне кажется,
очень актуальная тема. Я вот хочу сказать, что это одно из основных качеств нашего народа. Представляете, миролюбивость, любовь и гостеприимство. Это вот такой вот замечательный народ живет у нас здесь и в Николаевской области, и в частности в городе нашем славном Николаеве. Андрей Игнатьевич, будьте добры, хотя вы и сказали, что ваше племя много воевало, а тем не менее миролюбивость ее не вытравить ничем, да? Миролюбивость, любой нормальный человек, он хочет мира и благоденствия, какого-то спокоя для своей семьи. Защищенности, да? Да, и защищенности, естественно. Татьяна Викторовна, ну, пожалуйста, вы побаловали нас рецептом ваших замечательных пирожков. Не знаю, может быть, последуют вашему совету, но все-таки будьте добры. Ваши руки, которые сделали эти пирожки, ваше сердце. А теперь несколько слов для наших телезрителей. Ну, что сказать. Конечно, хотелось бы передать все вот это нашему народу, чтобы традиции сохранялись, чтобы помнили, чтобы тоже могли чем-то побаловать своих близких. Вот так вот. Главное, чтобы всегда... Вот, друзья мои, берите пример с наших сегодняшних гостей, представителей караимского народа, потому что они всегда готовы побаловать своих близких. Что есть... И не только близких, близких и дальних. Правда, друзья мои? Конечно. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам, что вы так как-то осветили и нашу студию. Я думаю, что и наш эфир, и наши телезрители с удовольствием тоже познакомились с вами. Хотя вы не первый раз у нас в эфире, но всегда как первый раз, правда? Всегда праздник. Конечно. Всегда праздник и всегда вот эти вот замечательные еще раз наряды. Вот я одену, потому что, друзья мои, это так красиво, это так прекрасно, что Бог создал разных людей. Це була розмова на тему. На все добре.